Гнилые зубы у ребенка. Каждый родитель любит своего ребенка, но нахождение во рту у малыша гнилых зубов не замечает как проблему. А это глобальная проблема для маленького беззащитного человечка. Гниющий зуб может привести к развитию эндокардита, поражению внутренней перегородки в сердце, нарушению работы ЖКТ. Со слюной инфекция попадает в желудок, затем в кишечник, что приводит к нарушению его микрофлоры. Головные боли и потеря аппетита. Воспалительный процесс приводит к общему ухудшению организма, постоянной усталости. При гниении зубов также возможно ухудшение зрения и слуха, состояние кожи, поражение кровеносной и нервной систем. Аллергия. Распространенность ее зашкаливает. Современная детская стоматология дает возможность ликвидировать эту проблему. Лечение зубов современными методиками и биосовместимыми материалами. Если уже поздно спасать зуб, необходимо прибегнуть к радикальному хирургическому лечению гнилых зубов – удалению. Далее врач-стоматолог-ортодонт заместит образовавшийся дефект зубного ряда с помощью различных конструкций. Это безопасно, красиво, современно. Счастливые дети, здоровые дети –